Друзья, всем привет. В общем, первые две минуты записались без звука, поэтому буду комментировать за кадром. Короче, решил все-таки вставить этот кусочек полностью, потому что это очень важный момент. Первый выход малышечки на улицу, первые ее шаги. И буду по ходу дела комментировать, что тут произошло. Собаки закрыты. Вот она первый раз выходит из дома. Немножко боится, стесняется. Татоша мне помогает комментировать здесь. Вот первые шаги на крыльцо. Молодец, умничка девочка. Гавкает она, гавкает. Потому что за дверью, понимает, что кто-то за дверью гавкает, боится выйти. Роня, конечно, повел себя здесь очень некрасиво. Сейчас это будет видно. Сейчас попозже. Вот она осваивается потихоньку, оглядывается, гавкает опять. Вот в этом моменте Роня сильно на нее прям набросился. Она испугалась, бедная девочка. Я его сразу же прям присек, сразу поругал. Я просто от него такого не ожидал. Вон она даже маленько сиканула, бедняжечка. Я просто от него такого вообще не ожидал, поэтому... Если бы ожидал, я бы заранее, конечно, пресек эту ситуацию и не дал ей развиться. Ну, в общем, маленечко вот он ее напугал. И чуть позже в видео будет еще Алиска тоже ее немножечко напугала. Ну, Алиска так, чуть-чуть прям бросилась просто. Ну, как сказать, не то, что бросилась, а просто быстро, можно сказать, даже подбежала. Она немножко заскулила и все. Но это в будущем сейчас увидите. Сейчас вот уже скоро появится оригинальный звук. С нового микрофона, кстати. Что-то мне не очень нравится, как он записывает. Так что вы тоже послушайте, оцените. У меня просто телефон начал глючить, поэтому микрофон как-то... это. Ну, купил микрофон, а что-то как-то у него звук тоже мне не очень понравился. Рони я поругал, больше он себя так вести не будет. Теперь я просто знаю, чего от него ожидать. Я просто не думал, что такое может случиться, поэтому так получилось. Все, со звуком. Друзья, всем привет. У нас проходит знакомство. Короче, я сейчас до этого начал снимать, не включил микрофон, записалось все без звука. Роня, короче, на нее бросился. Ну, как не бросился, гавкнул через решетку. Она испугалась, он немножко сиканула. Бедная девочка, я его поругал, чтобы он больше так не делал. Ну давай, давай, спускайся с лесенки. Прям вот буквально две минутки, как я ее сюда выпустил. Давай, давай, не бойся, пошли, пошли. Первый раз она выходит на улицу. Наверное, видео без звука, может быть, тоже вставлю. Давай, давай, давай. Пошли, пошли, пошли. Стесняется, красавец, стесняшечка. Идем. Ну давай, 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 молодец, молодец. Вот ты умничка, давай, давай. Ай, ты моя хорошечка, ты моя умница. Все, сейчас у нее исследование начнется. Сейчас все исследовать будет. Это, видите, щенячий загончик я не разобрал, потому что хочу, чтобы она здесь жила первое время. Молодец, сразу. Вот молодец, умница. Сейчас будет исследовать, ходить, все смотреть, свои новые владения. Так, там водичка, молодец. Я вольер после щенков, видите, весь помыл. Все доски желтые стали, а то были прям чернющие после щенков. Я устал их отмывать. Да ты умница? Ты умница? Пойду я дверь закрою, чтобы она домой не забежала быстро. А ты будешь так себя вести, уши оторву, понял? Балбесина. Совсем охренел. Эй, малявка. Малявочка.
Малявочка. Это кто такой красивый, а? Это кто такой красивый? И что такое красивое, эй? И что такое красивое? Малявочка. И ты моя умница. Ты моя коровка. Мне кажется, или у нее холка надыбленная. Я просто не пойму из-за длинной шерсти. Может, она у нее свалялась просто так. Как будто холка у нее надыбленная из-за собак. О, подходит к Алиске. Алиса, не смей. Нельзя. Че ты надыбилась? Алиса, уши оторву, сказал. Скотина такая. Да. Поругайся на ней. Ро! Вы чё испугали девчонку маленькую? Чё ты там жрёшь перья чьи-то? Слюни вон аж текут. Балбесина. Вы чё такие балбесы, а? Вам уши оторвать или чё? Алис. Алис. Рон. Ну-ка сел. Ну-ка сидеть, я сказал. Рон! Иди сюда. Иди сюда, я сказал. Иди сюда. Сидеть. Вот чтоб так себя вели. По-хорошему. Эй, малява. Малявочка. Ты моя халюгенькая, ты моя девочка. На улице это не подходит. Дома прям не отходит, а на улице не хочет подходить. Так, вот смотри, там ничего не это. Не проглоти. Ты же моя девочка, ты же моя крошавица. Че такая красивая, эй. Хочет познакомиться, но боится из-за того, что Ронька на нее гавкнул. Засранец. Ну ты что за меня-то прячешься вокруг меня? Хочет познакомиться, но боится. У Алиски глаза бешеные. Скушать хочет. Не бойся, за меня прячется. Ты за меня прячешься, да, моя красавица? Ты моя хорошечка. Да, ты моя красавица. Да ты моя пушистая королева. Да, все хорошо, молодец. Ой, зевуки, зеваки. Зеваки. Ну ладно, ребят, сейчас немножко освоится, тогда включу. Я сюда пришел к Валере, а она боится подойти. Блин, напугал ты, Рон, дурачок, блин. Взял, испугал щенка. Она прям нюхала, подошла к нему, а он взял на нее, гавкнул. Я вам покажу этот отрывок, просто без звука записалась. Иди сюда, не бойся. Блин, какая она красивая, ребят. Вы просто не представляете. Иди, иди, моя девочка, моя красивая, моя красавица. Так, вот только попробуйте обидеть. Вот только попробуй, Алис. Вот только гавкни, я тебе сразу уши оторву. Даже моргнуть не успеешь, без ушей останешься. Молодец, молодец. Хищница, блин. Сидит за мной, спряталась. Принцесса ты моя, принцесса ты моя. Принцесса ты моя красивая. Ты что ты за чудо такое, а? Как ты такая красивая получилась, а?
моя-то красавица. Алиска подошла. Алис, вот только гавкни. Вот только попробуй. Сразу выключу камеру и при всех тебе не стану уши надирать. Выключу камеру и уши оторву. Молодец, молодец. Ты молодец, ты не боишься, да? Ты не боишься этих застранцев двух? Правильно, нечего бояться. Вырастешь, будешь им уши отрывать за меня, за место меня. А то они у них большие больно выросли. Иди ты же, моя красавица, моя маленькая красавица, моя красивая, моя девочка. Да. Это что за нежный цветок, ребят? Легла, улеглась рядышком со мной. Молодец, молодец. Так, у них началось опять. Доминация. О, вскочила. Интересно ей стало, смотрите. Че это они там? Чем это они там занимаются? Лис, вы что, охренели что ли нахрен? Сейчас забор сломаете. Лиска чихнула, она их пугала. Вот правильно, ругайся на них. Я тебе разрешаю. Забор в фокусе, да? Носик положил. Вот правильно, ругайся. Ругайся. Вот только гавкни, лиса. Я тебе сразу уши оторву. Вот так и знай. Без ушей останешься. Будешь не овчарка, а фиг знает кто. Будешь этот, питбуль купированный. Чё ты меня копаешь лапой, лис? Не смей копать лапой. Ты красавица моя. Ты же моя красавица, моя красивая. Я вас не выпущу, пока вы нормально себя вести не будете. А то как эти, как волки, блин, себя ведете. И пока она к вам не привыкнет, а то испугается вас, балбесов здоровых. Ребят, в этом видео, наверное, не буду выпускать, ну, прям, чтобы они с это... Ты моя хорошечка. Чтобы они прям столкнулись. Что-то это... Я переживаю не то, что они что-то с ней сделают, а переживаю, что она может испугаться сильно. Потому что они же без это... Беспардонные, быстро подбегут... Алиса! Они подбегут резко, испугают ее. А мне не хочется, чтобы она пугалась. Хочется, чтобы у нее... Все хорошо было. Пошла. Рядом со мной. Хвостиком виляет. Уже понял, что нельзя бежать. Да, Роня? Молодец. Молодец, Ронька. Вот знакомься. Вот умничка. Вот смелая девочка. Вы мои хорошечки. Вы мои красавчики. Алиска уже холку не дыбит. Роня хвостиком виляет, так что все нормально.
Но выпускать все равно вас не буду. Вы сегодня не заслужили, ведете себя плохо. Хоть я и на 100% уверен, что ничего не произойдет, но все равно не буду. Мы их в баню. Лис, ты чего это? Заделалась с этим? Может, на мужчину косишь? Вот умница, а? Вот красавица моя. Вот молодец какая. Скоро освоится, будет тут хозяйничать. Все будет держать в своих лапах. Ты что там вокруг меня-то ходишь? Этим уже пофигу, им уже не интересно, у них вон свои игры начались. Кстати, что-то я заметил, Рон Алиску поднюхивает. Как-то это не очень хорошо. Это получается, если у нее сейчас течка начинается, то это очень-очень сильно рано. Поэтому сейчас надо будет следить за этим очень внимательно. А то, не дай бог, опять, что не дай бог случится. Третий раз подряд нам точно не надо. Буду запирать их на амбарные замки, чтобы не выломали. А то у них как начинается, и у них прям тянет друг друга. Они все на пути друг другу выламывают. Вот красавица моя, девочка. Опа! Молодец. Осваивается потихоньку. Ночевать она сегодня, конечно, дома будет. И завтра еще дома будет ночевать. И послезавтра, наверное. Ну, короче, не знаю еще сколько, но дома в ближайшие дни точно дома будет ночевать. Потому что, во-первых, прохладненько на улице. А во-вторых, это... Надо мне с ней на улице побольше времени провести, чтобы она освоилась как следует, чтобы чувствовала себя уже здесь как дома. Чтобы не боялась оставаться с собаками наедине. Чтобы прям все шло как надо. Чтобы все было как по маслу у нее. Чтобы никакой лишней психической нагрузки, психологической, не было. Принцесска моя. Я, кстати, вольер... А, ну я уже сказал, весь вольер помыл, так, продезинфицировал даже после щенков, чтобы все там было чистенько. В туалет, наверное, хочет что-то бегать туда-сюда. Да, точно, наверное, в туалет, мне кажется, хочет. Блин, маленькие, они такие прикольные. Пошла, пошла, смотрите, ей уже самое интересное. Алиса! Ты чё, скотина такая, а? Да чё такое было, Алиса? Вот из-за этого не хочу выпускать, потому что вот они резкие, а и видите, она это, из-за того, что новенькая, ничего еще пока не знает, не освоилась, и страшновато. Напугала тебя, да? Засравка. Жалуется. Так, вот ты моя какая боевая. Молодец, молодец, молодец. Умница моя, молодец. Молодец. Вот так, молодец, правильно. Так вот с ними и надо, только так.
молодец, и рядом со мной, и рядом со мной. И кусает меня, и кусает. Сосранка такая. Эй, ты моя крошаюшка. Ладно, ребят, не буду видео долго затягивать, потому что больше, в принципе, я ничего сегодня больше делать не буду. Так она сейчас еще маленечко погуляет, побегает и пойдет домой. Выпускать я их сегодня не буду, потому что они плохо себя ведут. Ну как, не буду выпускать при ней. Сейчас, конечно, ее загоню домой, я их выпущу. Все, давайте, ребят, на этом будем прощаться. Давайте, всем пока.